Система предупреждения о расстоянии при парковке. Система предупреждения о расстоянии при парковке предупреждает о возможных столкновениях с объектами вокруг автомобиля на низких скоростях. Переключение передачи на передачу заднего хода или нажатие кнопки «Безопасной парковки» на передаче D активирует систему. Предупреждение о парковочном расстоянии автоматически активируется при движении на низких скоростях, если в разделе «Помощь водителю. Безопасная парковка» в разделе «Настройки автомобиля» выбрано значение «Предупреждение о парковочном расстоянии автоматически включено».